Нет, нет, решаются. Просто... Теперь я игрок минского «Динамо», поэтому есть ощущение, что прилетел домой. Да, бывал в Минске и раньше, в составе Слована и Медведчука, но знаю только места в районе арены. Видно, что Минск чистый, быстростроящийся город. Для нас, для сборной Словакии, это чемпионат возможности обкатать новых игроков. Половина хоккеистов вообще никогда раньше не играли на чемпионатах мира. Прошлое поколение ушло, и теперь настало время новых ребят. Они и должны заявить о себе на этом турнире. Что касается меня, то думаю, что этот чемпионат для меня последний в карьере. В прошлом сезоне я провел более 100 матчей, и в мои годы нужно поддерживать этот ритм, чтобы находиться в форме, поэтому я решил играть до конца мая. Но этот чемпионат мира для меня последним. На самом деле еще не решено, кто будет основным вратарем. У нас подобрался хороший состав, и тренеру будет из кого выбрать. Возможно, лучшие игроки не прилетели, но Швеция все равно ставит перед собой самые высокие задачи. Прошлый чемпионат проходил у нас на родине, жаль, не удалось принять в нем участие. Думаю, ваша команда хорошо выступит на домашнем первенстве. У вас сильная сборная с большим количеством игроков из КХЛ. Да, я играл в вашей столице, и раньше я оставил только лучшие воспоминания о городе. Обязательно покажу партнерам парочку хороших ресторанов. Первый матч мы, кстати, играем с белорусами. Думаю, это будет отличная встреча. У вас очень хорошая команда, я лично знаю несколько хоккеистов. У нас же совсем молодая сборная, многие приехали из университетских команд. Будем стараться прибавлять от матча к матчу. Что я знаю о Беларуси? Знаю, что это родина Михаила Гробовского. Надеюсь, он организует для меня экскурсию по центру города. Михаил, кстати, провел отличный сезон, он был очень полезен, хотя и пропустил некоторое время из-за травмы. Я играю за Ванкувер, а эта команда всегда выступает в плей-офф, потому в сборную попасть никак не удавалось. Сейчас же клуб выступил неудачно. Ничего страшного, теперь все мои мысли заняты чемпионатом мира. Я просто счастлив вернуться в Беларусь. Первая игра у нас только в субботу вечером, и до этой встречи будет время показать партнерам по сборной вашу столицу. В планах также встреча с бывшими партнерами по минскому «Динамо». В Минске я не чувствую себя чужаком. У меня остались теплые впечатления и воспоминания о времени, проведенном в Беларуси. Поэтому возвращение сюда большая радость. Надеюсь, чемпионат мира подсластит пилюлю от неудачного сезона в НХЛ. 5 месяцев я восстанавливался от травмы, но теперь полон сил и мотивации.